привет! С вами Евгений Морозов. И одна такая выгода нашего продукта MPG Boost. Наверное, все вы знаете, что он является для экономии топлива и защиты двигателя. Что мы получаем? Смотрите, экономия в среднем 10%, 20%, 30%. К примеру, топливо стоит в среднем, ну, допустим, $1. $1 либо 30 рублей. Давайте возьмем 30 рублей в среднем цена 1 литра топлива. Вот такого флакончика MPG Boost, здесь 236 мл, хватает на 2500 литров обработки топлива. К примеру, 1000 литров, экономия составила у нас 10%, да? Это означает 100 литров мы сэкономили с каждой 1000. Еще 1000, получается 200 литров. Получается 250 литров с 2500 мы сэкономили. 250 умножаем на 30. Давайте меньше посчитаем. 250 на 30. Это получается 7500. Представьте, 7500 мы сэкономили, просто пользуясь продуктом, при этом мы получаем, что мы получаем, это увеличение мощности двигателя, уменьшение выбросов CO/CH, затем защищаем двигатель от некачественного топлива. И получаем улучшение динамики при езде. В общем, все эти плюсы, которые указаны на этикетке производителя, они все присутствуют. Я рекомендую более подробно осмотреть наш сайт, посетить тест-драйв. Обязательно посмотрите и ознакомьтесь. Для себя вы посмотрите эту выгоду. Но что, это мы поговорили только о 10%. Если же экономия будет 20%, то, естественно, это уже где-то 15 тысяч экономии. Экономим 15 тысяч, а если, представьте, 30, у некоторых процентов даже есть 40, у некоторых партнеров, которые пользуются продуктом, 40-45%. В среднем экономим 20%, возьмем, да, вы сэкономите 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей – это примерно $500 экономии. $500, давайте напишем. Вы экономите $500. $500 с одной бутылочки плюс… Плюс какие? Защищайте двигатель, уменьшение выброса CO/CH, динамика, защита двигателя. В общем, следует вам ознакомиться с этим. С вами был Евгений Морозов, я с вами прощаюсь.